Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня долгожданное видео и для меня, и для вас, потому что на мукбанках я уже все уши вам прожужжала. То я купила кольцо, то я купила сережки, то купила браслет. И вот, наконец-то, настал момент, когда я вам все это покажу. Я купила 13 золотых изделий из магазина Sunlight. Почему я выбрала именно Sunlight, я могу объяснить. Все очень просто. Мне очень нравится их застежки в сережках. Мне очень нравится качество браслетов. Они сотрудничают со 120 производителями, поэтому выбора там просто море. И так просто случай из жизни. Моя тетя купила себе кольцо из серии бриллианты Якутии. Вот это вот. И как-то так получилось, что она решила заглянуть к ювелиру и перепроверить, насколько качественный бриллиант. И ювелир ей объяснил, что это очень хорошего качества кольцо, что она может не беспокоиться. К сожалению, посетить магазин у меня нету возможности, поэтому на помощь приходит приложение Sunlight. Оно очень удобное. И если честно, даже если бы магазин был бы рядом, я бы все равно заказывала именно с помощью приложения. Мне очень нравятся здесь фильтры. Например, у меня очень маленький размер пальца. Например, вот этот пальчик, это 15,5 или даже 15. По-моему, на левой руке даже 15. И найти кольцо с 15 размером почти нереально. Я просто в фильтрах выбираю 15 размер. И вот вышли у нас, значит, все модельки с 15 размером. На мой взгляд, очень удобно. Плюс еще такой секретик вам расскажу. При скачивании приложения вы получаете кулон абсолютно бесплатно. Ссылочку я вам оставляю. Обязательно переходите и скачивайте приложение. Коробочки у Sunlight – это, конечно, особый вид искусства. Если покупаете на подарок, не нужно заморачиваться насчет оформления презента. За это уже побеспокоился Sunlight и просто взяли, купили и подарили. Первое, что вам сегодня покажу, это кольцо в форме сердечка с 4 бриллиантами и 17 голубыми сапфирами. Я взяла в размере 16, и кольцо идеально село на мой безымянный палец. Кольцо мне обошлось всего за 8990 рублей. На мой взгляд, это очень бюджетно для такого кольца. Здесь золото 585 пробы. Я осталась просто в восторге от этого изделия. К следующему кольцу я уже подобрала серьги. Я так поняла, это из одной серии. Как только я увидела это кольцо, сразу влюбилась. Камни здесь фианиты, розовое золото 585 пробы. И вес, кстати, очень даже не маленький для такого кольца. 1,8 грамм. Прочное и не хлипкое. Купила всего за 6023 рубля. А такая приятная цена получилась, потому что при покупке я использовала промокод ALMAZ054, который дает скидку на 5% на все при онлайн заказах. Давно хотела себе браслет с прочной застежкой на повседневную носку. Опять же, здесь розовое золото 585 пробы. Кстати, все артикулы я тоже оставлю для вас в инфобоксе, поэтому заглядывайте, если какое-либо украшение вам понравится. Застежка, правда, не подведет. Вес изделия 2 грамма, и обошлась эта красота мне всего в 7660 рублей. Так как сейчас приложение Sunlight очень заманчивые акции и супер доступные цены, решила себе взять еще и цепочку для полного счастья. Долго смотрела и наконец купила. Плетение здесь жгут, золото 585 пробы. Застежка прочная, пробы все на месте, как и полагается. Переливается, девочки, ну просто обалденно. К сожалению, у меня нету опыта снимать видео именно ювелирных изделий, поэтому передать точно, как красиво переливается цепочка, у меня не совсем получается. Но я думаю, вы поверите мне на слово. Длину выбрала 45 сантиметров, там еще, кстати, было 40. Вышло у меня 2,7 грамма и всего за 10 570 рублей. И плюс еще промокод ALMAZ054, который дал мне скидку еще на 5% от общей вот этой суммы. Кстати, кулон, который вы сейчас видите, он тоже новый.
Его я купила к сережкам, которые подарил мне папа. Помните, я еще в ноябре вам рассказывала про это. На мой день рождения подарил он сережки с аметистом, поэтому я взяла кулончик тоже с аметистом. Очень красиво переливается и нежно смотрится. Я считаю, что лучший подарок девушке — это ювелирное изделие. Если у вас бюджет ограничен, вы можете взять этот кулон. Я его купила, например, всего за 1700 рублей, и это не учитывая промокод ALMAZ054. Вы не поверите, но в приложении есть варианты и побюджетней. А вот и те самые серьги, про которые я уже 100 раз говорила вам в мукбанках. Они тоже с аметистом и небольшими бриллиантиками. Купила за 8091 рубль. Это опять же розовое золото, у них очень крепкая застежка. В приложении, кстати, к ним присмотрела еще и кольцо. В ближайшее время обязательно буду брать. Как вы уже поняли, я обожаю кольца и не понимаю, как можно носить кольца из бижутерии. В это кольцо я просто влюбилась. Я так поняла, что не только одна я в него влюбилась. У этого кольца более 800 покупок и есть отзывы. Почитав их, я поняла, что это кольцо мне обязательно нужно. Тут уже размер я взяла 16,5. Получилось 2,6 грамм, село идеально. Обошлось мне 8780 рублей. И опять, девочки, кольцо. Да, не удержалась и ничуть не жалею. Оно из коллекции «Солнечный день». Золото 585 пробы, а желтые камни — это цитрины. Обрадовала цена этого изделия. Итак, внимание, 3990 рублей. Я была просто в шоке. Взяла размер 16, просто не раздумывая. Сидит на пальце хорошо, очень довольна покупкой, буду носить с удовольствием. Вот раскрываю эти коробочки одну за одной, радуюсь, как ребенок. Я просто очень люблю золото и часто вам рассказываю об этом. И я так поняла в комментариях, что вы тоже любите золото. Поэтому обязательно пишите в комментариях, какие изделия вы покупали из Sunlight'ов, а лучше нет. Вообще пишите сразу артикулы, я буду смотреть, и возможно мы с вами будем носить одинаковые изделия. Ну а что, девочки, надо себя любить, радовать и баловать. Это уже сережки из желтого золота, его еще называют лимонным золотом. 585 проба. Несмотря на то, что серьги вроде бы казалось небольшого размера, здесь 1,8 грамм. Они из коллекции «Всегда с тобой». И на самом деле это такой вариант сережек, который ни за что цепляться не будет. Минималистично, красиво, удобно, можно спать в них. Потратила я на них 6894 рубля. После того, как я уже купила и уже в корзине были сережки на повседневную носку, я начала обращать внимание на сережки, уже такие более праздничные. Это уже, кстати, презент для мамочки. Она сама выбирала в приложении и осталась очень довольна. Розовое золото, опять же, 585 пробы. Камни тут топазы и вокруг небольшие такие фианитики. Вес 2,5 грамма. К ним еще в приложении я видела, есть кольцо и кулончик. Ну прям нежнятина, знаете, очень красивый кулончик. Особенно в кулончик просто влюбилась. Обязательно тоже буду покупать. Если хотите, в следующий раз тоже сниму для вас видео и все это также покажу. Здесь английский замочек, очень прочный, точно не потеряются. Стоимость этих сережек 8792 рубля. А мы с вами двигаемся дальше. Если вы хотите кольцо с приличным весом, то этот вариант точно не оставит вас равнодушным. Но очень красивые изделия, смотрятся дорого и со вкусом. К ним еще есть на сайте очень красивые сережки, которые я, опять же, вы скажете, Айка, сколько можно, опять же, планирую купить обязательно. Брала в размере 16,5 и обошлись они мне в 9288 рублей. И промокод обязательно используйте. ALMAZ054. Это розовое золото, смотрится не громоздко и в то же время очень изящно, необычно, дорого. И последнее, что я вам покажу, небольшой кулон всего за 1400 рублей в форме сердечка. Смотрится очень нежно. Также здесь есть очень удобные разделы, например, раздел сейл, новинки, коллекции. Можно, например, выбрать изделия по заводам, если у вас есть определенные какие-то предпочтения. Или, например, раздел бриллианты. Нажав сюда, все изделия выходят с бриллиантами. Вы выбираете либо кольца, пусеты,
Я выбираю раздел кольцо, и вот они все кольца с бриллиантами. Также здесь внизу есть сердечко, на которое вы нажимаете и отправляете изделие в избранное. У меня в избранном столько всего, девочки. Короче, каждый раз, когда я разговариваю с парнем по телефону, всегда я разговариваю через наушники, и всегда у меня в руках телефон, и я смотрю изделия из Sunlight, и у меня просто куча в избранном. И вы не поверите, это все я собираюсь купить. Просто потому, что ювелирные изделия — это не только красивая роскошь у вас на пальце, например, а очень хорошее вложение денежных средств. Поэтому я считаю, что лучший подарок для девушки — это именно ювелирные изделия. На этом все, мои хорошие. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачного дня. Пока!